Портрет девочки, написанный Ренуаром в 23 года, одна из первых зрелых работ художника в этом жанре, склонность к которому он проявлял еще в годы юности. Этот портрет, открывающий целую серию детских портретов Ренуара, еще сильно связан с традиционными композиционными схемами, хотя при всей статичности позы юной модели свежесть и живая выразительность черт свидетельствует о стремлении художника схватить индивидуальные особенности. Краски, будто светящиеся изнутри, розоватые тона напоминают живопись по эмали, освоенную Ренуаром во время его работы в качестве художника по фарфору. Мутноватый, размытый фон подчеркивает переливчатый блеск материи, живописный эффект, напоминающий краски Веласкеса. Ренуар написал много портретов детей с любовью, наблюдая за их жестами и выражениями лица. В данном случае, еще связанные академической манерой, он черпал вдохновение в портрете инфанты Маргариты Веласкеса. Thank you.
Эта картина была заказана родителями девочки во время их отдыха в деревне Барбизон в лесу Фонтенбло, ставшим раем для художников. Так называемая Барбизонская школа, основанная Теодором Руссо, сыграла большую роль в зарождении импрессионизма. В этой юношеской работе уже сказывается пристальное внимание к проявлениям жизни, которое всегда будет свойственно его живописи.